Доброе утро! 2020 заканчивается, а вот знаете ли вы, как будете отдыхать в 2021 году? Планируете ли какие-то маршруты? Возможно, некоторые сегодня подскажут наши утренние гости. Я приветствую в нашей студии заместителя директора государственного заповедника Босеги Наталью Ляпину. Наталья Анатольевна, доброе утро! Доброе утро! Вы к нам приехали из Гремячинска, неподалеку от которого и находится замечательный заповедник Босеги. Лично я видела только фотографии. Расскажите, пожалуйста, как живет сейчас заповедник? Чем он интересен, если кто-то из наших зрителей не знает? Ну, заповедник был организован 1 октября 1982 году для сохранения горной коренной елово-пихтовой тайги, которая расположена в предгорьях хребта Босеги. Леса заповедника представляют наибольшую ценность, потому что на Среднем Урале практически вся тайга, елово-пихтовая тайга, уже вырублена. Mm-hmm. И получается, что заповедная территория – это как бы островок заповедный, где уцелели многие виды флоры и фауны, которые живут в неприкосновенности, и которые охраняют инспектора охраны, научные сотрудники изучают природу. И отдел экологического просвещения рассказывает о том, как прекрасна заповедная природа. Ну вот, собственно, мы сейчас это и наблюдаем, часть красоты. То есть та самая первозданная природа, о которой мечтают многие современные жители мегаполисов, она у вас там сохранилась, и вы даже приглашаете туристов. Но я знаю, что зимой трудно добраться, только снегоходы, да, вы мне рассказывали? Только до территории можно добраться на снегоходах. Угу. Дальше начинается маршрут, это лыжная экскурсия. То есть проход это на лыжах. А до кордона это получается 4 километра по тайге, и запрещено по технике безопасности подниматься на саму вершину Северного Босега. Угу. Вот. А вот весна уже поздняя, когда снег сошел, и лето. Я знаю, что в этом году, ну вот пандемия, конечно, это ужасное событие. Однако же благодаря ей всплеск интереса туристов, я знаю, к Босегам произошел. Ну, в этом году у нас было очень много заявок на посещение, и поток туристический был намного больше, чем в предыдущие годы. Поэтому могу сказать смело, что маршрут к вершине Северного Босега пользовался популярностью. Действительно, он у нас популярный, востребованный маршрут. Но, кроме того, есть второй маршрут к Южному Босегу, он не менее был популярен. Но заповедник – это особо охраняемая природная территория с самой строгой формой охраны природы, поэтому все посещения они строго регламентированы и лимитированы. Угу. Поэтому в общем, планировать надо уже сейчас. Планировать уже, да. И заявку, возможно, и заявки, да, отправлять. Да, скажите, будет. Пожалуйста, кому под силу пройти эти маршруты? Наши маршруты без категории сложности, но они рассчитаны на физически здоровых людей, то есть которые предпочитают активный отдых все-таки. Угу. Посещая наши маршруты, люди все-таки преодолевают некоторые преграды, некоторые сложности. Какие? Во-первых, нужно добраться до территории заповедника, а к заповеднику ведут дороги общего пользования, это старые грунтовые дороги. А приезжая до начала маршрута, люди идут в горы, а это перепад, хоть и небольшой перепад высот, это крутые подъемы, то есть люди идут по курумнику, поднимаются, также непредсказуемая уральская погода, то есть иногда под дождем, иногда под палящим солнцем, бывает, что ходят в облаках, буквально гуляют в облаках на вершине Северного Босега. А если остаются на ночевку, то это палаточное размещение. Конечно. Так, и костровое питание, то есть люди едят пищу, приготовленную на костре. Такая у нас территория. Прекрасно. А скажите, пожалуйста, каким образом можно оставить заявку? Где это вообще делается? Заявки мы принимаем по телефону. Все контакты есть на сайте заповедника. У нас официальный сайт заповедника www.bosegi.ru. Мы эти заявочки принимаем, обрабатываем и потом уже созваниваемся с потенциальными посетителями, обговариваем все особенности посещения, определяем дату, время, когда приезжают сначала к нам в офис заповедника, оформляя документы, и затем уже отправляем до территории заповедника, до начала маршрутов. Угу. А скажите, пожалуйста, Наталья Анатольевна, вы предоставляете проводника или туристы просто идут по каким-то вешкам?
Нет, у нас обязательно сопровождение сотрудника заповедника. Угу. Это экскурсовод, научный сотрудник, инспектор охраны. Это обязательно условие. Ну, так даже интереснее. И скажите, состав групп от скольки до скольки? Дети какого возраста минимального могут ходить? Ну, минимальное количество в группе – это 4 человека. Максимально разрешается до 12 человек. Ну, возраст детей, конечно, детского туризма у нас нет, но с родителями дети могут посетить заповедную территорию. Здесь уже зависит от родителей, от подготовки их. Бывает, что и трехлетние дети проходили с родителями. Ух ты! Проходили по маршруту, по всему? Да, проходили по всему маршруту. Представляю, сколько впечатлений у всех было, и у родителей в том числе. Скорее всего, у родителей больше. Да. Наталья Анатольевна, я знаю, что вы планируете в следующем году сюрприз приятный для туристов потенциальных. Вы хотите разыграть... Да, мы планируем конкурс, чтобы люди имели возможность посетить заповедную территорию, потому что, в принципе, многие перемяки, особенно городские жители, мало знают об особо охраняемых природных территориях, в том числе о заповедниках. Вот. И хотелось бы, чтобы такой был сюрприз летний, весенний, да, был. Это бесплатное посещение заповедной территории с предоставлением транспорта, с ночевкой на территории для группы в количестве 5 человек. Прекрасно. Угу. Наталья Анатольевна, пусть все планы сбудутся и мечты осуществятся. Спасибо, что вы к нам приехали. С наступающим Новым годом вас. Спасибо вам также. Спасибо. И вам, уважаемые, напомню, что сегодня у нас в гостях была заместитель директора государственного заповедника Босеги Наталья Ляпина. С приглашением «Сойдет снег». Планируйте замечательное путешествие в первозданную природу и прогулку по облакам.